Дерево сад – это новинка отечественной селекции и настоящая находка для небольших участков, так как с одного дерева вы можете получать плоды разного срока созревания, различные по вкусу, различные по цвету и размеру. Не потребуется дополнительная посада деревьев-опылителей, так как являются опылителями друг друга. Абрикос орловчанин. Основные характеристики. Авторы А.Ф. Колесникова, Е.Н. Джигадла, Ю.И. Хабаров, А.А. Гуляева и Н. Риполова, Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Год допущения к использованию – 2006. Сроки созревания – средний. Самоплодность – частично самоплодный. Тип роста – среднерослый. Вес плода – Г. 33-40. Высота дерева – М. 3-4. Назначение – универсальное. Урожайность – высокая. Транспортабельность – хорошая. Побеги – бурые, голые, желтые. Цветки – средние, белые. Абрикос Эдельвейс. Основные характеристики. Авторы – Скворцов, А. К. Крамаренко, Л. А. Главный ботанический сад. Сроки созревания – средний. Самоплодность – самоплодный. Тип роста – среднерослый. Размер плода – крупный. Вес плода – Г. 20-25. Высота дерева – М. 3. Назначение – универсальное. Урожайность – средняя. Транспортабельность – да. Форма плода – удлиненно-овальная, слегка сплюснутые с боков, с красивым носиком. Кожица – тонкая, опушенная. Дерево сад – 2/3-летка, абрикос – 2 сорта орловчанин, эдельвейс – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, садов. Абрикос прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола дерева сад – 2/3-летка, абрикос – 2 сорта орловчанин, эдельвейс – можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания абрикоса прекрасно подходит открытый грунт. Вкус сладкий, мякоть среднесочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад – 2/3-летка, абрикос – 2 сорта орловчанин, эдельвейс – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.